Проект 4830 Rights – это социальный, культурный проект о правах человека, который поддержал Freedom House USA. Мы считаем, то есть ребята, которые работали над этим проектом, что все права человека должны знать. И главной такой проблемой, с которой мы столкнулись, это как преподнести эти права человека молодежи. Будь то это тренинги или листовки, но мы подумали, что это совершенно неэффективно. Мы выбрали граффити. Во-первых, потому что это просто, это бросается сразу в глаза. Это первое граффити, которое мы сделали, которое посвящено свободе выражения, свободе своих, свободе тому, что каждый человек может наслаждаться искусством и творить это искусство без каких-либо ограничений. Также свобода убеждений и свобода детей. Вообще планировалось сделать 8 основных прав, но вот здесь была проблема в том, что нам не дали разрешение на то, чтобы носить их на доме, так как и получилось так, что права человека оказались рекламой. Как в большинстве случаев нам говорили, один из примеров, это было очень забавно, когда мы предложили, то есть мы делаем это бесплатно, то есть нарисовать рисунок по данной тематике, сделать более-менее приличные избитые в Алма-Ате стены, но на это тоже не шли, и первое это была реклама. Из-за того, что в наших людях еще до сих пор живет какой-то вот этот советский человек, граффити — это вандализм. Неважно, какой он. Красивый это рисунок, либо же это просто кто-то накалякал что-то на стенке, это вандализм в любом случае. В итоге из 22 предполагаемых мест, где мы хотели рисовать это, эти разные граффити, нам на это согласился только один дом. Из 22. Это все в центре города Алматы. Но и опять-таки возникла проблема с этим домом, что этот дом, то есть стенку его нужно было приводить в порядок. Никто не хотел этого делать. А когда нам выставили чек на, то, на работы, это оказалось порядка 80-90 тысяч. Поэтому нас поддержали местные рестораны и кафе. Вот этот рисунок в кофейне Дедаспури и предыдущие были в кофейне «Сова», кто из Алматы, скорее всего, знает, и на творческой площадке «Арткоина». Помимо этого, нашим проектом заинтересовались художники, которые начали присылать нам арты на права человека. И вот один из этих артов нарисовал парень, которому 15 лет. Остальные граффити мы сделали рисунками, которые публиковали в соцсетях. И в дальнейшем, то есть этот проект закончился буквально неделю назад, и несколько изданий, если они пойдут с нами сотрудничать, они опубликуют эти рисунки в своих